Во время перемены точка О, вот из нее выходят три луча, вот перпендикуляры. Поверьте, по опыту, по-настоящему убедительно получается вот это нашествие. Вот это надо запомнить, все остальное ерунда. Что вот у вас есть три луча, выходящие из одной точки, это одна рука. И другая рука, это тоже три луча, и при этом такая вот перпендикулярность. То есть одному лучу с одной руки соответствуют два перпендикулярных другой. Идея понятна? Идея понятна, замечательно. Дальше, вторая вещь, которую можно запомнить, нужно запомнить, вот эта картинка. Здесь тоже ничего сложного. Если есть, только внимание, это плоскости. Вот это одна плоскость, это другая плоскость. Если есть плоскости, между которыми угол альфа, это величина двугранного угла, то между лучами плоский угол, это π минус альфа. Ну и то, что двойственный к двойственному, это сам угол. Это соотношение альфа и π минус альфа, это вот эта картинка. И из-за того, что двойственный к двойственному, это тот самый угол, то у нас возникает ровно такое же соотношение здесь. Пока все понятно? Пока все понятно, отлично. Что мы с вами делаем? А у нас есть два неравенства. Сумма двух сторон треугольника больше третьей. И что это такое на самом деле? Что такое А, Б и С? Это плоские углы, правильно? Сумма вот этих больше этого, так? Замечательно. Так давайте посмотрим, как это будет для двойственного. Для двойственного это очень просто. Написано, что сумма плоских углов всегда меньше, чем 2π. Альфа плюс бета плюс гамма. Каким свойством обладает альфа плюс бета плюс гамма? Неправда. Больше, чем. Альфа плюс бета плюс гамма больше, чем π. Господа, это забавно. Получается, что сумма углов любого сферического треугольника больше какой величины? 180 градусов. Сумма углов любого сферического треугольника больше, чем 180 градусов. На самом деле, если мы с вами рассмотрим такую величину альфа плюс бета плюс гамма минус пи, и эту величину умножим на r квадрат, то мы с вами получим площадь сферического треугольника. Вот эту формулу кто-нибудь из вас сумеет доказать или нет? Заметьте, пожалуйста, когда вы пишете такую формулу, то очевидно, что альфа плюс бета плюс гамма больше пи. Ну просто потому что площадь положительная. Повторяю. Площадь сферического треугольника это на самом деле альфа плюс бета плюс гамма минус пи умножить на r квадрат. Мы с вами на прошлом уроке начали об этом разговор. Только тогда мы уперлись в одну неприятность. В то, что мы с вами тогда не знали, как вообще найти площадь всей сферы. Сейчас у меня предложение такое. Давайте временно тот разговор мы с вами отложим. И давайте напишем так. Пусть площадь сферы мы уже знаем. Ну, клянусь, что на одном из ближайших уроков мы это действительно пройдем. Мы уже знаем. Площадь сферы это 4πr квадрат. Задача. Исходя из этой формулы, сумейте найти площадь сферического треугольника. То есть, вот, считая известной формулу 4πr квадрат, пожалуйста, найдите площадь сферического треугольника. Вы должны нарисовать достаточно красивым образом сферу. Кстати, если кто-то недоволен Настей, то в энциклопедии моей Панов нарисовал это очень красиво. И там есть просто статья про площадь сферы. И, в общем, там все это нарисовано действительно очень качественно. Перед тем, как рисовать, смотрите, что вам нужно будет. Настя, вам нужно будет, чтобы на сфере были бы, внимание, три плоскости. Кстати, совершенно запросто можно считать, что вот это одна из них. Вот это вот как бы одна плоскость. Вторая. И третье. И внимание, нужно понять, нужно, чтобы было видно, что когда у вас две плоскости пересекаются, то возникает, извините, долька. Причем все три дольки мне очень важны.
И еще, вы понимаете, что когда у вас есть три плоскости, высекающие такой угол, то на самом деле и симметричный тоже есть. Черт. Нарисовать три плоскости. Плоскость, разумеется, рисуется как большой круг на сфере. Плоскость — это типа меридиан или экватор, вот что-то такое. Да-да-да. Вот что-то такого типа, да. Так, отлично. Вот это одна плоскость, очень даже хорошо нарисована, да. Это ее диаметр, который нам абсолютно не нужен, между прочим. Очень хорошо. Конкуренция у Насти. Хотите, я вам сотру, и вы составите конкуренцию. Вот действительно получилось. Единственное, что, по-моему, у вас и две. Или три. Три. Ну, одна из них это плоскость. Очень хорошо. Очень хорошо. Нечего нам художественной школы заканчивать. Прошу. Конкурирующий рисунок. Должны получиться два симметричных подружки сферических треугольника. Да, 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 молодец. Отлично. Чуть ниже сделать. Ребята, нет, слушайте, вы просто, вы это самое, какие-то герои. Вы просто герои. Настя, огромное вам спасибо. Нет, вы не уходите. Значит, смотрите, какая история, какая она молодец. Вот, это есть сферический треугольник. Все понимают? Да. Вот это какая-то точка А, это точка Б, это точка С. И там симметрично. Вот это называется А-штрих, вот это вот называется Б-штрих, согласны? Нет. А вот это называется С-штрих. Третье же две, нет? Нет, там три на самом деле. Третье, это третье. Покажите Андрею тоже. Все правильно. Мне очень нравится оба рисунка. Надо выбирать. Нет, выбирать не надо. На самом деле они оба хорошие. Ребят, спасибо вам огромное. Спасибо огромное. Рисунки действительно хорошие. Вот. А теперь мы будем, что называется, мысленно заштриховывать. А именно, давайте я вам расскажу, каким образом я собираюсь считать площадь вот этого сферического треугольника. Я беру, потрачу сейчас некоторое время, и найду площадь вот этой вот сферической дольки. Показываю какой. Которая выходит из точки А, идет, ну, давайте я начну. Вот это вот. Поняли? И вот в эту сферическую дольку вот это тоже входит. И то, что там сзади, тоже, понимаете, да? Да. Вот это вот все в нее входит. Потом я возьму другую дольку, которая из точки С. Потом третью из точки Б. И я хочу, чтобы вы увидели, на Настином рисунке это на самом деле вполне видно, сколько раз что у нас заштриховано. Вот глядите, пожалуйста. Вот вы видите, что вот эта долька треугольник в себе содержит. И эта долька содержит. И эта долька содержит. Значит, сколько раз будет закрашено, вот если я все так закрашу, три раза, правильно? Да. Отлично. Вот та штука сколько раз будет закрашена? Столько же раз, потому что она входит в каждую из долек, да? Отлично. А вот это сколько раз будет закрашено? Один. А вот это сколько раз будет закрашено? Один. Так вот, ребята, вся остальная площадь сферы будет на самом деле закрашена однократно. Поэтому формула удивительно простая. Площадь сферы – это 4πr квадрат. Это есть площадь дольки, которая соответствует точке А, это вот такая, которая оранжевая здесь у меня, плюс площадь дольки, соответствующей B, плюс площадь, соответствующей C, и минус. Теперь интересный вопрос, минус что? Минус две площади. Неправда, не две. Минус одну. Здесь вот три раза закрашено, а надо было один. Там три раза закрашено, а надо было один. Поэтому на самом деле лишнего четыре треугольника. Согласны? Да. Четыре площади сферического треугольника АВС. Значит, ну, без все. Все-таки чему же равна площадь дольки? Четыре альфа. Вот здесь вот некоторый угол. Здесь некоторый угол альфа. Согласны? Если этот угол довести до 10, если этот угол довести до 180, то оранжевая это станет вся сфера. Значит, когда вот этот угол равен π, то ответ это 4πr квадрат. Согласны? Ага. Еще раз. Когда угол π, то ответ 4πr квадрат. Значит, чему же равна площадь дольки? 4 альфа r квадрат. Все понимаете? Да. Коэффициент пропорциональности это просто-напросто 4r квадрат, да? Значит, я пишу формулу, и вы вдруг видите, как все здорово. 4πr квадрат это 4 альфа r квадрат
плюс 4 бета r квадрат, плюс 4 гамма r квадрат, минус 4 площади треугольника ABC. Объясняю, что от вас сейчас требуется. Разделить на 4, перенести площадь треугольника налево, а r квадрат перенести, ну, pi r квадрат перенести направо. И получится в точности эта формула. Сравните вот эти две формулы. Эту переносите, переносите и получаете то, что нам нужно. Согласны? Вот. Повторяю, что этим мы займемся отдельно, потому что это явно тема отдельного урока и очень важная. Очень важную вещь, а именно формулу для площади, мы с вами прошли. Так? Прошли.